В школе номер 68 у Павла учится сын. Регулярно питается в школьной столовой. И сегодня у папы тоже появилась возможность попробовать школьное меню. От завтраков до полдников. Попробовал все каши, суп и салат капустный. Ну, вот. Какие отзывы? В принципе, все неплохо, все сносно, все очень съедобно даже. Даже очень съедобно. Специалисты МП «Детское питание» дегустируют школьное меню раз в квартал. Выбирают одну из четырех школ в районе и вместе с родительским комитетом пробуют все, что есть в столовой. Мы с родителями иногда захаживаем в столовую, смотрим, что едят дети. Весь ассортимент, который был предоставлен сегодня, он также присутствовал у детей на столе. Вот. И тоже я не слышала от своих детей, допустим, от нашего класса, что детям что-то не так. Каждому родителю выдают анкеты. По мере дегустации их надо заполнить. Тут все просто. Плюс, значит, понравилось, минус – нет. Анкеты анонимные, переживать, дескать, не стоит. В списке 10 позиций. 3 каши, 2 рисовых и 1 манная. Картофельный суп, салат из капусты, макароны, кисель, 2 вида блинчиков и оладьи. Мы опираемся в первую очередь на результаты мониторинга, учитываем все предпочтения детей, стараемся вводить новинки. То есть это же опять полдники новые, которые у нас сладкие блинчики, которые дети так любят. Также, конечно, мы учитываем требования Санпин. Блинчики и оладьи – это как раз та самая новинка. Появились они с января этого года. Все рассчитано по калориям. Самый питательный, конечно же, обед. На второе место можно смело ставить полдник – до 500 калорий. В общем, сытно, говорят родители. Так, у вас еще один, да? Меню обновляется раз в 10 дней, а новая дегустация пройдет уже в следующем квартале.